Здравствуйте! Вы владелец БМВ? Да, это моя! Ну-ка, дай мне его потрогать! Итак, снимаем очки. Ну что, ребят, сегодня рубрика по гаражам. И вы, как поняли, я приехал не один со Славиком Пускавой. Но он сейчас с электрикой ковыряется. Там надо ему еще сварочную работу в салоне сделать, да. И сегодня будем определенного персонажа раскрывать. Этот персонаж любитель БНВ, вы видите. Ну, классическая БНВ. Верно? Это какая? 46-я или какая? Или 30, сейчас современная? 38-я. 38-я, окей. Да. Ребят, хочу сказать, что молодой Игорь, филантроп, миллиардер. Кто это еще? Плейбой. Плейбой, порнокорректор, порноколорист. Что еще? Любитель... Порно, тогда уже. Да, старых ведер. Ну и, соответственно, месье, который разбирается в машинах и строит турбо-движки за 20 тысяч рублей. Собирает там. И причем у них там сил, по-моему, 900. Ладно, за 19 999. 20 это дорого, это непозволительная роскошь. Непозволительная роскошь. Игорь, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Почему ты в этой сфере? Ты... Современный молодой человек, который катается на BMW. Естественно. Естественно. Да. А музыка будет типа бумер, бумер. Надо бумер ставить музыку обязательно. Игорь, расскажи, сколько тебе лет? Мне 28 годиков. Ну, старый? А, все. Молодой. Все. На этом закончено. Спасибо. Хочу рассказать. Игорь славится тем, что он реально по бичу. Ну, прям вот, когда у вас нет купюр. Больших купюр, ну, он больших, собирает. Как у тебя только купюры. Сейчас, подожди, блядь, подожди. Я подготовился. Настолько мне... крупный план. На вот эти купюры мы соберем мне кассерию. Кассерия — это хондовская уже движуха, кто не в теме. А, это я отдельно потом. И вот, и Игорь собирает достаточно агрессивно, не знаю по качеству как. Работает. Работает? Да, у него две кресты. Больше одного сезона даже работает. Бля, дохуя. И у Игоря две кресты. Или Игорь два креста. Или Игорь кресты. Кресты. Есть черная, это чисто продуктовая тачка, на которой он катает, ну, по магазинам. Кто мне там пишет? Подождите, по магазинам. Мне еще подсказывают по поликлиникам. А почему еще к женщинам? Знакомиться, наверное, 100% куда-нибудь в центр. Если в Москве, то это на Патриках, а если в Санкт-Петербурге, на Рубинштейна подъезжает. Крошка не выдерживает натиска номерного БНВ, и, соответственно, Игорь уже с гражданочкой. Снимать нормальную машину, вот такую прям, ну, стандартно адекватную, по-моему. А бампер, я так понял, такой, типа, ну, заводской. Да, да, от этой машины еще. Оригинал? Да, маргинал. А это быстросъемные? Естественно. А квест тоже Rocket Vani? Rocket Vani от Вани Братко. Это изготовитель. Паш, подожди, иди сюда. А вот эта резина тоже заводская? Ну, типа, купленная была такая. Ну, это спортивная. Ага. Она чуть-чуть износилась. Короче, вот это, ребят, боевая... Она стояла, тут, видишь, колеса с развалом. Ага. Она внутри кусками оторвалась. Это небезопасно так ездить, 100-200 миль. А, и ты решил поменять местами. Я ее перевернул просто, и все. Это стиль. Сейчас покажем душу этой машины. Врач, открой, пожалуйста, там явно, ну, что-то интересное. Возможно. Смотришь-то. Сейчас надо, знаешь, что за подпоркой капота сходить. Вот я тут нашел одного кандидата. Давай, зацени, это фильтр, по-моему, сигарет. Естественно. А, ну да, это Marlboro классический. Marlboro классическая. Да. Или Винстон синий, белый. Винстон Черчилль. Игорь, подожди, смотри, есть переднеприводные так. Типы. Есть полноприводные типы. А есть заднеприводные ну, типы. Ну это я, естественно. Да. Почему ты как-то... Так ударь меня, у меня же неприводная машина.
Почему? Вы вдвоем полноприводные просто. Да, да, да. Рядом. А почему ты к этому пришел? Ну типа, что способствовало? Ну, когда мне было лет 12, я занимался картингом. И когда я начал ездить быстрее всех, мне стало скучно. Я начал боком закладывать повороты. Извини, пожалуйста. Картинг, это для мажора. Он не договаривает. Знаете почему? Я тоже не знаю почему. Давай, и что дальше? Ну и все, я начал боком закладывать. И с тех пор мне захотелось боком закладывать, когда у меня машина появится. Ну, возможность приобрести автомобиль, приемлемый какой-то для передвижения, у меня появилось лет в 17. В 17 лет я себе первую тачку купил, когда какую? Денежек поднакопил. Чейзер 90 на мертвом 2-литровом моторе. И как быстро он сдох? Не сдох. А, подожди. Да, мотор. Мотор? Да. Он не сдох. Да ладно? Да. Блин. Короче, смысл в том, я хотел себе в 17 лет купить какую-нибудь тачку заднеприводную, естественно, чтобы бачком наваливать. И у меня был выбор, как бы в бюджете 100 тысяч рублей, не особо много чего было. Было BMW E36 и Чайзер. Который сейчас стоит перекупил. Который сейчас стоит, блядь, перекупил. Да, да, да. Я поехал глянуть BMW E36. Просто мне с условием того, что у меня не было машин, мне было 17 лет, я не особо в этом разбирался, я охуел с того, какой то кусок говна был за 100 тысяч рублей. Это камень в огород BMW-шников? Нет, это общий. Это в общем состояние машины. Я против BMW-шников ничего не имею. Не провокационно. Не-не-не. Мы любим всех. Я посмотрел ее, там была бита в бочину, когда я сел в салон, на меня провисал потолок, так что мне приходилось вот так вот сидеть в ней. И еще она свапнутая была с 1.8 на 2 литра. Вот это вообще пуля. Подожди, а потом ты захотел больше мощей? Нет, потом я захотел посмотреть другой вариант за 100 тысяч рублей. Это был Чайзер 90. Можно фоточки приложить? Если есть? Есть, конечно. Да, именно вот, такие. Вот здесь? Вот, типа, можно здесь? Паш, сделай с тратой вот этот, типа, ну, фотошоп. Ну и все, я купил его, ездил на нем. Проездил где-то месяца 3, наверное. И у меня у бати тогда были еще машины, он их все продал и говорит: сын, дай мне машину поездить максимум там на 2 недели, ну может месяц край. Я говорю, ладно, батя, бери. И в итоге он на ней 7 лет отъездил. Недолго. Недолго, да. Да, да. Так а потом ты что взял? Потом я взял себе морчок 90. Можно тоже фоточки. Где? Вот тут? Так, сразу, да, где? Подожди. Машинки, да, да, да. Ага. Это когда мне уже 18 лет было. Он был чуть подороже, за 130 тысяч рублей, со стучащим первым джедетом атмосферным. Ага. Была забавная история, да. А какие-то видосики есть старые, где ты... Естественно. А вставишь, пожалуйста, вот сюда? Да, 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 все будет предоставлено. Не, да. Думаю, там аж с переходом придется сделать. Нет, туда придется Паше поработать, это вот Паша. Если видосик длинный, то держите теперь. Чтобы мне было спокойно на душе, я не переживал за семью, за инфекционные моменты, за бактериальные. Он даже мой попугай Кеш тоже возмущен. Максимально домашняя обстановка. Все присутствует как дома. Мы не стали снимать студию. А знаете почему? Потому что сейчас будет кое-что интересное. Я любитель овощей, всей вот этой лабуды, которую я поедаю. Это там рыбные движения, там овощные, фруктовые. И знаете, чем я беспокоен? Конечно же, о качестве продуктов. Переживаю по этому поводу, но для этого есть очень крутое решение. Сейчас я вам про него расскажу и покажу. Это уникальный прибор для очистки продуктов от химикатов. Очищает плесень, пестициды, химикаты, там, инфекции, бактерии, инфузории, туфельки в шоке. Все вот это делает Millard Detoxer. Детоксер работает на молекулярном уровне, обеспечивая максимальное очищение, ну, конечно же, продукт. Давайте я вам сейчас покажу, как это происходит. Зацените, как он выглядит. Космический корабль. И еще экранчик. Можно тут режимы ставить. Возьмем свежие овощи. Чик, смотрите. Тут пока старт не нажимаю. Берем H2O, заливаем полностью. Тут у него есть метка. Макс. Сейчас вот покажу. Вот, метка Макс. До нее льем. Millard Detoxer очень просто. На сенсорном экране, ну, все интуитивно понятно. Опустите сам вот прибор в воду с продуктами, выберите нужный вам режим. Мы уже выбрали это овощи, там свежие. Ну и запустите сам процесс. Во-первых, ребят, прибор насыщает воду молекулами активного кислорода, создавая среду с высокой окислительной способностью. Пузырьки зацените.
Затем мощный ультразвук ускоряет молекулярные процессы в воде, делая очищение еще более эффективным. Современное воздействие ультразвука и активного кислорода обеспечивает суперэффективное очищение. Когда все закончится, вы просто сливаете воду, вытаскиваете овощи очищенные. И все. Все легко и просто. Подробнее о Miller Detoxer и возможности приобрести его по специальной цене можно узнать на официальном сайте Miller. Также воспользуйтесь моим промокодом GOGA и получите скидку 10%. Прибор также доступен на маркетплейсах и Озоне. Цистерну принес. Вот это жесткий андеграунд, который нужен людям. Гога, знаешь, а какой тебе проект? 2GZ GTE, вышел 7 миллионов рублей, а, значит, валы Майкл Джексон. Валы Майкл Джексон самое главное. Ремень Гейтс и собирал его Бен Аффлек. Это что, армированные трубы? За которые меня Игорь чуть не убил. Блин. Так, подойдет? Так, стопэ. Ну-ка. Врач, а это... Ну-ка, расскажи, вот это что такое. Это тачка на адреналине. Адреналин, свяжитесь с нами. Адреналин, свяжитесь, да, пожалуйста, да. С Игорем. С его тачкой. А зачем вот это все надо? Вот это, ну, это вентиляция картерных газов. Ага. Ан-12. Я хотел поставить маслопомойку, но потом я поставил два адреналина, и, в принципе, работает, и меня устраивает. Масло... Они не набираются маслом, значит, все в порядке. А сколько есть лошадей сейчас получается? Не знаю. Ну, ориентировочно же. Ну, 650, что-нибудь, 600, 700, что-то около того. А что по налову? Как? Нормально налог кушает? Этот момент мы опустим, что по налогу. Это усилитель. Расскажи за техническую часть, что здесь вот ты творил, делал? Как ты сам же все это собирал? Да. Блин, круто. Ну, мотор это, получается, стандартный 2GZ GE. Я его чуть-чуть подражал, шатуны чуть покрепче поставил, это получается VVT-ный. Точнее, низ тут полностью стоковый 2GZ GE трамблер, а вверх полностью стоковый 2GZ GE VVT-I. А турбина? Турбина турбобандит. Это как? Ну, это эстонская турбина. Турбобандит, она так и называется оригинально. Ну, посмотри. Которая медленно раскручивается. Потрясу. Ну, шутка про эстонцев вот этого. Шутка задорного. Мне нравится теплоотведение, или как это называется, вот это, блин. Вот. А так, оно должно быть? Да, работает. Ну, естественно, детейлинг, он видно человека. Сейчас, мы можем фильтр, на самом деле, снять. И вот так поснять, так поинтереснее будет смотреться. Зло, очень зло, очень зло. Я перебегу через мимо камеры. И дай бог он сейчас включит, весь воздух кислород засосет. Вон, видишь, там турбобандит. Ну-ка. Турбобандит. Я не слышал о такой. Ну, это такая непопулярная в России турбина. Но популярная в Европе. Ну, потому что он дорого стоит, и хер знает, где ее купить. И сейчас плюс с доставками запчастей из Европы проблемы, как все знают. А где ты ее достал? Я работал в одном месте, где я собирал чайзеры с тройного форсажа, потому что ребята лишь, ну вот именно тот самый, который, где покажи, что такое дрифт, ага. Они спускаются в лифте, он открывается, там чайзер мимо дрифтит. Именно вот этот чайзер оригинальный из фильма, его в России разобрали полностью, до голого кузова собрали, и потом не поняли, что дальше, как сделать, чтобы это все заработало. Вот и вся история? Ну да, я там по проводочке чуть прошелся, там по механике. В общем, пришлось им меня призвать. Ну и как-то я там гулял по боксу, там очень много всяких разных моторов валялось. И смотрю турбину, и там турбобандит. Я такой, да ну нахуй, это же турбобандит. А я знаю, что это такое. Я еще в детстве смотрел видеоролики с чуваком, который производитель этих турбин. У него Mercedes 124. Я такой, хочу. И говорю, сколько денег? Мне говорят, 70. Я говорю, даю 2400. Они такие, ты что, ебанат? Я говорю, ну и пизда, там люфт. Они говорят, не. 2500. Говорят, 20. Я говорю, 2950. В общем, я так долго с ними торговался, и на 5 или 6 тысячах рублей у нас сложилось, что мы готовы осуществить сделку эту. Бля, да на ноги. Да. Слав, давай за технический момент. Ты, наверное, здесь вообще уже понимаешь, что здесь, ну, вот, надо делать. Игорь, на самом деле, по катушечкам давай пройдемся. Что за катушечки? Плюс вот этот кабачок баклажан. Катушки 1GZ FSE, я их приобрел за 3600 рублей, 14 штук. Чек приложен. Чек приложен. На разборке в Питере.
Отлично, отлично. А вакуумник, вакуумник стандартный? Да, стандартный. Распорка? Распорка стандартная, ТРД. Оригинал или копия? Я думаю, скорее всего, копия. Я ее снял с битой машины, она была загнута, я ее выпрямил кувалду и прикрутил сюда. Ну, Дачач, на самом деле, при цене турбодвигателя 600, 700, 800 тысяч за первый ГТЕшный чего, который сейчас надо ребилдить, да реально, это крутой выход, это реально будущее, как тебе, кстати, кто-то сказал. Будущее, без выхлопных газов, кстати, вот, все, за природу. А сколько тебе, в общем, вышла вот эта постройка вся? Все машины? Ну, вот именно вот, да, вот это. Ну, столб этого мотора мне вышел в 70 тысяч рублей. С учетом того, что тут много новых запчастей, это прокладки, 3 штуки, 4 сальника и все. Нового там больше ничего нет. Даже и держит по силам, по ресурсу, да? Ну да. Прокладка ГБЦ, естественно, бушная. А чем это будущее? Это будущее, будущее. Пацаны, любите свои ведра. Ничего себе. А главное, здравия желаю, капот откройте. А чё? А номерные-то истории остались? Атма? Вопросов нет. Все. Это такой легкий стейдж. Я немножко доработал там немножко, да? Ну да. Ну, по сути, это стандартный 2GZGE, к которому прикручена турбина. И что тут? Впускной коллектор чуть-чуть переделанный. И форсунки увеличены, и все. Ну, плюс тут топливный регулятор, там катушки, проводка переделана чуть-чуть. А вот это уже творческая история, да? Да, да, это когда я собрал мотор и не понял, как мне трос газа закрепить. Это кратко от моих навыков варить и в моем творческом подходе. Ну, я вот здесь тоже вижу, да, смотри, ну, такие навыки, да, good, nice. А, Игорь, да. Расскажи, пожалуйста, еще пару слов по максимуму, который вот... Ну, который из этого можно выжить. У тебя же еще, скажи, напомни, механика у тебя стоит, по-моему, да? Да, механика. Да, 154-й? Вот это конечно. Вот цветная коробка. А какая? 127-я? Не, у меня S5D260DZ. Это коробка... Это что, блядь? Это что за набор цифр и букв? Сына так назову. DZ. Мы поняли. Отлично. Ага. Это коробка от дизельной BMW E39 98 года, которая 140 сил. Она стоила по тем временам на разборке 1007 рублей. И так что... Ага, извини, Гога, прости. Это твое видео. Это твое видео, извини. Игорь, я знаю примерно уже, не соврать, около 10 лет. Человек поможет. Всегда на позитиве. Четкий, крутой. С моим морчком я его выручал не раз. Вот. И вот Гога сказал, что по бичу, да? Ну, может, тут чуть-чуть переформатировать, да, не по бичу, а находил реально крутые инженерные подходы. В плане постройки, потому что купить блов за 100 тысяч рублей, ну, понятно, что это дорого, да, и можно выложить эту котлету, поставить и всем пацанам расскажешь, что у меня крутой блов. А когда человек берет блов утрированно за 2000 рублей, КамАЗ. Знает, да, ну, где КамАЗы, там, Ацкань, еще чего-то, там, какой-то китайский, меняет составляющие пружины, что-то еще, ставит, и у него просто тачка взлетает чуть ли не в небеса и обгоняет тем, у кого блов стоит там. Китайский блов ест детей. Опа! Интересное кино. Поэтому и Игорь еще причастен к постройке того самого знаменитого Логана на Джейзете. Которого надо снять. Да. Которого нет. Я не знаю, стоит ли. Ну, там вы же там поговорите, там, что там, кого вырезать в плане Логана. Вот. Один из специалистов, который принимал участие в постройке этого замечательного проекта. Ну, такого, да, классического, обычного, господи, каждый второй что-то свапает. Ну, Логан, да, конечно. Все многие из этого. Логан — это популярная платформа для свапа. Расскажи, Игорь, а ты кем работаешь? Почему ты занялся техническими такими штучками? Ну, я сейчас в данный момент работаю бизнес-аналом. Шучу, бизнес-аналитиком. Да я не знаю, вторую неделю только работал, две недели отработал. А почему ты собираешься? Ты технически понимаешь? Я-то чайник, я вообще не... Ну, так пришлось разобраться. А, то бишь без образования, без ничего, такого, да? Автомобильного? Не, да. Выше у меня есть. Я транспортный логист. А, нифига себе. Ну, так ты там логистика, вот это все, без этого там. Типа, логистически ты понимаешь, как надо, типа, гонять? Что куда? Как вот, где лежаки объезжать? Где маршрут? Как раз хотел сказать по поводу легкого хейта, да? Вот сейчас же будут подсъемки, да, вот это все там. Это что за... Вообще столько проводов? А где аккуратно? У аутентичность? У Жигули более аутентично. Ну, типа того. Человек взял своими руками, мозгами, собрал реально крутой двигатель. Да, тут где-то, ну, банк. Ну, это кайф, это реально андеграунд. Показать собранный проект за 10 миллионов рублей,
вот здесь уже все это торчит. А когда человек проезжает 20 ГЕ, типа 220 сил, нет, с коробкой, 700. С коробкой. С ручной коробкой, да? Просто у меня волосы шевелятся там, где... Ну, на самом деле, тут не очень все аккуратно выглядит, потому что у меня не было кучи времени, чтобы на это сделать аккуратно. У меня вот какое-то... Нету, короче, столько времени, чтобы все сделать, чтобы мне нравилось. Естественно, это все можно было бы красивее собрать, но это сильно дороже и сильно дольше. При этом быстрее она от этого не поедет. Ну, вообще не поедет. Ну, чтобы отводило тепло. В салон тепло не заходило, можно как бы вот так. Блин, не, ну она работает. Работает. Без этой штуки у меня цилиндр сцепления раз в катку сгорал. А с этой штукой нормально. Тепло вот туда выходит, короче. Бля, круто. Не, ну кайф. Потому что я говорю, мы гоняли на ней, Игорь такой, типа, садись, прокачу. Ну там было прям валидольно. И тачка валит. Ну еще все зависит от температуры, погоды, но сам факт. Тачка валит беспощадно. Кричит, визжит, пердит. И заморочек, по-моему, не было. Мы катаемся. Сейчас мы это все, типа, погода чуть приятнее будет, и мы покатаемся. А фильтр оригинальный или опять... Ну, за 600 рублей CGS оригинал. Ничего себе. Давай, садись, рассказывай. Да ты можешь сам присесть, а я просто рассказываю. Нет, я хочу, чтобы ты рассказал. Ну, тут что, ничего интересного, стандартно все. Каркас. Гидроручник, механика и все. Вон там есть DFZD, которая показывает температуры всякие различные. Ну, приборка прикольная, кто не видел, можно посмотреть. Довольно-таки необычно выглядит. Что тут еще показать? Огнетушитель есть. Слушай, я хотел тоже сесть, но... Здесь да по... слушай, да нормально сядешь, господи. Нормально сядешь? Конечно, сейчас мы чуть... Заценим, ну просто, блядь, ну как будто в Rolls-Royce, да? Ну, тут особенно у тебя с фиксацией шеи. Да стопудово. Да. Не-не, шея фиксирована, смотри. Ну все, я никуда не денусь. Никуда не денусь, короче. Грыжи шейных позвонков не получится. Не будет. Шейная грыжа, забудь меня. Не, ну все. Если вы хотите спать, вы можете сделать вот так. Ну, в долгой поездке. В долгой поездке. Я думаю, на трассу М-11 до Москвы вообще самое то. Реально, вот, комфорт. Блин, инженеры бы... В шоке были бы сейчас, я тебе говорю. А когда еще натяжка идет, ты прям... У тебя затекли руки. Вот так. Так это гамак. Ага. Бля. Зацени, горит, горит, горит. Ну это уже... Вот только из-за этого аксессуара можно 5 ставить. Видишь? Темно. Все, бля. Вдруг девчонка поехала. Да. А губы размазались. Ну от поцелуев, естественно, да, с водителем. Да. Можно... Чик, можно покрасить? Excuse me. Excuse me, да? Что за корч и еще... Для красоты. Замечательно. А если мы сюда нажмем? Не будем нажимать. У него, по-моему, пороги целые живы. Ну, это, как вам сказать, спортивные машины борются за вес. И, соответственно, лишний вес выбрасывается. Ну, вот один из примеров. Да, Паш? Да? Верно. Игорь? Да. Я трактую верно? Хорошо. Ну, типа... Ну, типа, спортивные машины борются за вес, и, соответственно, лишний вес надо выбрасывать. Ну, это лишние запчасти по электролизу крови. Согласен. Так же все нормально, Спок? Вообще кайф. А по багажнику? Приоткрыть? Давай. Ну, какие кнопочки? Ну, ёпта, ты еще с пульта, да? У-у-у. Это что, коробка, что ли? Поддон. На смех потом. Блин, ты все с собой водишь, Игорь, это же замечательно, по-моему. Да я ж не езжу, но не ездил, все там просто... А, ты на ней на работу не ездишь? Странно. Я на ней гонял бы вообще в ряды. Вообще кайф. Зимой, летом вообще. Да зимой в дождь вообще супер. Конди здесь есть? Так. Тот раз, да. Игорь, можно посмотреть? Конечно, сбери, жал. Там немножко отверстие, да? Ну, вентиляционное, мне кажется. Вентиляционное, да, чтобы, ну, лишнего не было. Но она сначала у меня была у моего друга, потом у меня с другом пополам, а теперь у меня это в рассрочку я покупал. Ага. Конкретно у меня она года два, а так вообще это, с этой машиной я знаком лет 6, наверное. Или 5. Всю историю машины знаю. Ну да, конечно, она сначала Атма была на 2 GZ.
Но владелец не знал о том, что на два GZT, потому что на первом GZT я опять же с ним торганулся так хорошо, со 180, по-моему, на 87 тысяч рублей за него. Ваня, ты купил за 87? Ну, изначально мы ее купили за 87. На два GZT. Она там была не совсем на ходу, тормозов не было, и бензин с него вытекал. А так в остальном нормально. Мотор живчик был. Ну, на автомате, естественно. Потом... Вообще, как сложилось так, что тут Атма мотор турбанулся, потому что 2G чуть-чуть пристучал, и собрали гибрид. Это когда верх от 2G, низ от 1G. Я не знаю, так не делает обычно никто, но вот мы сделали. И она вообще нахуй никуда не ехала. Потом пришлось турбину прикрутить. Ну и там раза с пятого, в принципе, успешно получилось это осуществить, что она поехала и все хорошо стало. Комфорт, роскошь, статус и премиальность. Шагни в мечту. А, Игорь, скажи, пожалуйста, почему, типа, ну, я так понял, у тебя очень много кастома, которого, типа, ну... Ну, не в этой машине, но так вообще, да. Но это же противоречит некоторым моментам. Некоторые ребята говорят, что, типа, нахера ты вставил вот эту запчасть, когда надо было эту, но ты делаешь это по бичу принципиально или просто так получается? Ну, принципиально, естественно. Мне неинтересно, да, дорого любой можешь собрать. Ну, что-то куда-то... То бишь, дорого за каждый вот за вот эту купюру можно собрать, а вот умственно... Вот одну достань оттуда. Блин, точнее. Ну, тогда запах купюр пропадет. А, запах купюры будет. Купюры. Ребят, мы сегодня посмотрели определенную хулиганскую машину, которая собрана из, я не знаю, листвы, алюминиевых банок, ну и всему подобное. Так что Игорю спасибо. Хочу сказать, собирайте, наслаждайтесь, это такое лего для взрослых, ну и всех обнял, поднял, и всем многофункциональности.